Цветущие луга, колышущиеся ветром травы, деревенские улочки, вздымающийся ввысь берег Анапы. Место паломничества – пустынь Феодосия Кавказского. Для художницы из Германии Людмилы Бальцер эти места стали не только красивыми, а близкими сердцу. Глядя на них, сразу понимаешь – все работы, выполненные масляными красками, посвящены красоте благодатного края – Кубани. Свою выставку Людмила назвала «Лето, здравствуй». Бальцер – автор более 300 полотен. Это пейзажи, натюрморты, портреты, философские циклы в технике масла, масляной пастели. Персональные выставки работ художницы прошли в галереях Альденбурга, Бремена, Зальцбурга. Ее картины находятся во многих частных коллекциях Европы и России. Писать картины начала, когда исполнилось 40 лет. До этого занималась семьей и домом. После клинической смерти решила построить жизнь по-новому и всецело отдаться искусству, признается Людмила. Первые 17 работ моих, которые я написала, сразу я выставила в своем городе, где я жила. И так потихоньку меня приглашали. Дальше я поняла, что я на правильном пути. Профессионального художественного образования не имеет. Говорит, все, чего достигла, это только за счет собственного желания и самообразования. Диплом у меня библиотечный. Там немножко нас учили шрифтом писать, больше ничего. Рисовать нас не учили. В течение нескольких лет изучала различные техники рисования, читала о жизни знаменитых художников, посещала известные выставки во многих странах мира. Поскольку наставника у нее не было, своим учителем для себя определила Винсента Ван Гога. Его живопись мне близка. Я очень прониклась его жизнью, вот его судьбой. Он писал всего 9 лет, но создал такое количество картин пронзительных, которые перевернули вообще всякое представление о том, как накладывать краски, о школе живописи в то время. Мне это было очень близко. В археологическом музее Горгипия выставка будет работать до 30 июня, а далее полотна разместят в Краеведческом музее Анапы. Так что у анапчан и гостей курорта будет прекрасная возможность познакомиться с творчеством Людмилы Бальцер в течение всего лета. Светлана Аюлова, Андрей Стародубцев, Вадим Родин, Анапа регион.